Nu mes ni o gedian. Te rogo. Te stopian. Hai possession gere. Come on.
Esto. Сдохни, тварь! Thank you.
Не привлекать внимание. Decision,
Что ты? Лови! Эй, что?
Right decision, Gere. Мне жаль, Нэ, но сегодня нет колесниц на продажу. Что-нибудь приглянулось? Был рад встрече. Не сожалею.
Сильный запах мускуса. Рядом дом кожевника. О, мне так неловко, Нэп. Этот кожевник мой муж. Этот запах всегда следует за ним, когда он идет из лагеря. Он на месте? Сейчас нет. Но запах... А при муже он еще сильнее. Не бери в голову. Работа не всегда бывает приятной. Ты прав. Муж много работает, но едва успевает выполнять все заказы.
Говорят, Миджаи — превосходные охотники. Если хочешь хорошо заработать, поговори с ним. Он будет рад твоей помощи. Я подумаю. Где его найти? Он в лагере. К северо-западу от Сао. В ближайшие дни он будет дубить шкуры. Вот бы найти способ избавиться от этого запаха. Назад, зверюга! Прекрати! Спасибо, странник. Я уж и не ждал, что кто-то придет ко мне на помощь. Этот зверь явно хотел отомстить мне за мое ремесло. Ты кого-то ищешь? Твоя жена сказала, что тебе нужен охотник. Да, да. Спрос большой, а сырья мало. Если добудешь то, что мне нужно, я щедро тебе заплачу. Я знаю, это опасное дело. Что тебе нужно? Добудь уши гиен, крокодильи яйца и черепа грифов. Для чего тебе черепа грифов? Их довольно часто покупают жрицы и сиды. Для украшений. Ну-ка, покажи, что принес. Все, о чем ты просил. О, да, так, так. Выглядят прилично. То, что нужно. Возьми. Thank you.
Джай! Ти ще маєш! Певеш лекшон мі! Прошу! Это зерно нужно подготовить к отправке до конца дня. Это займет больше одной минуты, не так ли? Прости. Обычно нас двое, но мой сын не справляется. Всему свое время. Пусть отдохнет. Я помогу тебе с урожаем. Он слишком юн для работы в поле. Я знаю, но я не смог заплатить рабочим, и они ушли. Все зерно уходит на оплату налогов. Не отдам, сожгут мой дом. Спасибо тебе. Расскажи, кто собирает налоги. Они ездят по дорогам Саис. Предпочитают держаться окраин. Их безумный хозяин, Сефету, велел им забирать все, что у нас есть. Я попробую их найти. Предложу вести себя помягче. Ты ведь трудяга. Сына растишь. Да, Нэн. Мой мальчик отдохнул и скоро сможет продолжить работать. Хвала богам! Стой! Стоять! Еще один торговец не заплатил себе. Добрался без происшествий. Нормально довел. За ним! Добрался без происшествий. Нормально довел с урожаем. Сейчас подстрелю! Я убью тебя! Ха-ха-ха!
его убью! Я быстрее! Сюда! На помощь! Простите! Тревога! Сейчас подстрелю! Я вижу врага! Устаешь, да? Здравствуй. Прощай. Thank you.
Сюда меня не пустят. Закончим бы, сдохни, тварь! Я выпотрошу тебя! Нельзя там оставаться! Этим ты только себе хуже сделаешь! Я не пойду. Хватит! Сколько уж? Мой недалекий братец чем-то подпер дверь изнутри. С кем это ты там говоришь? Это что, один из них, да? Нет, тупица! Он боится людей Сефету. Но зачем же прятать голову в песок? Я тебе не страус! Это стук копыт? Это они? Беги отсюда! Прошу, они убьют его. Страшно подумать, на что способны сборщики налогов. Сефет у меня не послушает. Но я послежу за сборщиками налогов. Может, уговорю их отстать от вас. Thank you.
дороги! Надо действовать аккуратно. Найду тебя и прирежу. Oh.